Гражданские активисты и политзаключенные – несломленные герои нашего времени. Они – мощь, сила и яркий показатель того, что нам есть ради чего бороться. Их стойкость и борьба против диктаторского режима дает людям силу, веру и надежду на лучшее. Свобода нации, свобода слова и свобода выбора – основные цели наших героев. Даже находясь в заточении, они не стали прогибаться под режим. Бір жерге белсенділерді босату керек. Алматыда отыр 4-5 белсенді. 5 жылға кеткен. Астанада отыр. Әр жерде халықтың қамын қайнап отқан, ойнап отқан 13 белсенді 5 жылдан отыр. Бәрін шығарсын. Талапты қоса қалады. Халықтың қамын ойлағандардың барын босатсын. Чтобы поддержать героев, борющихся с режимом, вы сможете пересылать средства на карту жены Кайрата.